Лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы все дети на земле были здоровы и счастливы. Из нас бывают моменты, когда от бессилия опускаются руки. Когда понимаешь, помощь необходима. Тогда хочется сделать что-то хорошее. Иногда помощь нужна кому-то рядом. Сходить за продуктами, починить машину или прибить на кухне грузик. Вынести пианино, собрать шкаф, научить вязать пинетки. У каждого из нас бывают моменты, когда хочется сделать что-то хорошее. Когда ты полон сил, когда понимаешь, я могу быть полезным. Вот только не представляешь, кому можно помочь. Наколоть дрова, убраться в квартире, написать жалобу в Роспотребнадзор. Давайте поможем вместе. Творить добро легко. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Дорогие друзья, именно так хочется нам вас сегодня называть, потому что каждый, кто сегодня сидит в этом зале, каждый, кто сидит у экранов телевизоров, оказался так или иначе сопричастным к нашей благотворительной акции «Благотворю». «Благотворю» — именно такое название мы выбрали для нашей акции, и слоган «Творить добро легко». Под этим слоганом подразумевалось, что творить легко вместе, когда мы все вместе объединяемся вокруг чьей-то беды, вокруг чьей-то боли. И таких людей оказалось огромное количество. Те, кто сидит в этом зале, лишь небольшая толика, небольшая часть тех людей, которые приняли участие в нашей акции. И сейчас я хочу, чтобы вы поаплодировали сами себе и тем, кто принял участие в акции «Благотворю». Я хочу сказать, что в течение всего нашего сегодняшнего концерта мы продолжаем принимать
смс на короткий номер 3116. В латинице пишите слово «выбор» и через пробел любую сумму, которую вы готовы перечислить для помощи детям-инвалидам. В течение нашего сегодняшнего концерта мы много раз будем возвращаться к этой теме и говорить об этом, потому что для нас, для медиакомпании «Алмазный край», для тех, кто помогал нам в этой акции, это, наверное, самый большой результат, что сегодня есть уже детки, которые получили необходимые тренажеры, необходимое лечение. И это очень-очень здорово. И спасибо всем за это. В августе медиакомпания «Алмазный край» получила эстафету добра от реабилитационного центра «Харасхал». Долго думали над проектом и в феврале приступили к реализации благотворительной акции «Благо творю». Наш призыв услышали многие. Во время выборов на избирательных участках нам удалось собрать заявки от нуждающихся и желающих оказать посильную помощь. Всего поступила 81 просьба о помощи, и 119 человек изъявили желание совершить благое дело. На бумаге казалось все легко, но на деле нет. Начали с поквартирных объездов. Встречи с людьми показали, что помощь требуется разная. От продуктов и подгузников до капитальных ремонтов и вопросов с переселением. К счастью, с первых дней у нашей акции появилось много помощников. Фонд «Выбор», общественная организация «Содействие», волонтерская группа «Единение», волонтерская служба Мирнинского колледжа, депутаты городского и районного совета, соборяне, прихожане Свято-Троицкого храма, предприниматели города, молодые специалисты и предприятия компании «Алроса». Помогали делом, убирали снег, кололи дрова, привозили вещи, продукты. Но для многих людей разовая помощь не спасение. Нужен комплексный подход и крупные суммы на лечение, реабилитацию или медицинские препараты. Требовалась помощь и взрослым людям, инвалидам, пенсионерам и ветеранам. Не всем удалось помочь во время акции. И совместно с волонтерской группой «Единение» в кратчайший срок мы собрали 20 тысяч рублей для инвалида Владимира Романенко. Творить добро легко! Общими усилиями нам удалось осуществить задуманное – подарить добро, не требуя ничего взамен. Мы сделали это вместе с вами. И уверены, что такие добрые дела станут неотъемлемой частью общественной жизни Алмазного края. Я падаю в небо, даю мне краю, покуда не поздно, пока крыльями. Я падаю в небо, там все очень просто, и все ожидаемые.
На груди катетеры, голова в бинтах, последствия тяжелой операции, черепно-мозговая травма и ушибы головного мозга. Не заметил автомобиль, перебегая дорогу. Почти 2 месяца в таком состоянии Максим Кирилюк провел в реанимации в больнице Якутска. Врачи говорят, сейчас все самое страшное позади. Максим дома с родителями, но ему необходимо лечение. Мы рассказали о Максиме и его семье, и уже через пару дней нашлись те, кто очень захотел ему помочь. Ребята из инвестиционной компании подарили Максиму ноутбук, а родителям вручили небольшую сумму денег. Поправляйся и изучай скорее компьютер. В следующий раз придем, расскажешь, что нового интересного узнал. Хорошо. Они совсем не ждали этой помощи. Неравнодушные люди оплатили Максиму занятия с тренером в бассейне. И теперь 2 раза в неделю он заново учится не только ходить. Его тренер говорит, Максим очень старается. Мальчик – настоящий боец. Для того, чтобы поправиться, таких занятий, увы, недостаточно, и мы не стали сидеть сложа руки. Вместе с вами всего за неделю мы собрали для Максима 37 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Выбор» помог нам со всеми организационными вопросами, но нужны были еще 150 тысяч рублей, чтобы Макс смог поехать в Томск на реабилитацию. И снова хорошие новости пришли совсем неожиданно. У нас есть некий такой анонимный жертвователь, который наотрез отказывается даже, чтобы вообще его знали, потому что, честно говоря, даже я не знаю, кто вот жертвует. Он второй раз жертвует нам сумму в 100 тысяч рублей. Вот первую мы уже передали по назначению, вот и вторая сумма по просьбе, в том числе ТРК «Алмазный край», вот мы вручаем сейчас вам. Да. Божьей помощи, чтобы шло на здравие. Инна Кирилюк из храма сразу отправилась в банк, чтобы внести деньги на счет реабилитационного центра. Оставалось лишь решить вопрос с авиаперелетом, и мы вновь не остались без поддержки. Нам помогло руководство авиакомпании «Алроса», и сейчас Макс вместе с мамой в специализированном центре в городе Томске. И мы желаем Максиму скорейшего выздоровления и верим, у него все получится. Дарить добро, не требуя ничего взамен, оказалось легко. Мы сделали это вместе с вами. На самом деле Максим был самым первым человечком, которому нам удалось оказать помощь. И случилось это все моментально, фактически случайно, по одному звонку. И я хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто первыми откликнулся на наш призыв о помощи. И я хочу сказать, что это произошло, правда, буквально за неделю. И на эту сцену я приглашаю тех, кто откликнулся самыми первыми. Михаила Шишкова. Михаил, выходи. На самом деле, благодаря ему нашлись ребята из инвестиционной компании, которые тут же купили ноутбук Максиму. И также я приглашаю сюда Янину Михайловну, нашего волонтера, которая помогла нам найти одну брошенную бабушку. Харчана Волосатова, представитель компании «Альфа-Кэш», которые нам помогли, а также студенческое объединение добровольцев-волонтеров в лице исполняющей обязанности председателя объединения Вертинской Ольги. Искупайте в овациях наших героев. Жать нечем, я говорю, могу только всех расцеловать. Аплодисменты, искупайте их в овациях, потому что благодаря им стартовала наша акция. Они большие молодцы. Я провожаю вас в зал, наслаждайтесь нашей музыкой. За время этой акции у меня и моих коллег зачастую опускались руки. Казалось, что невозможно так быстро найти помощь. Мы писали много писем с просьбой о том, чтобы помочь, и зачастую получали ответ. Данный гражданин не обращался, поэтому помощь оказана быть не может. Единственное, что хотелось в этот момент спросить у тех людей, которые писали эти письма, если бы на месте этого человека были ваши родные и близкие, смогли бы вы помочь? Я думаю, что ответ был бы немножко другой. И сейчас я на эту сцену приглашаю еще одну замечательную исполнительницу, Марину Ханину. Она исполнит замечательную песню «Там нет меня». Это будет живой аккомпанемент в исполнении Евгении Малининой.
Коротко историю одной семьи. Когда-то более 25 лет назад в этой семье родился ребенок с ДЦП. Врачи говорили, что девочка не выживет, и, возможно, если выживет, то станет овощем. И самые близкие люди предлагали маме избавиться от ребенка. Однако мама решила иначе. Оставшись одна, она не побоялась всех тягот жизни с ребенком с диагнозом ДЦП. А через некоторое время в их жизнь пришел настоящий мужчина, а когда подрос, у них сын, он стал большим, замечательным помощником. И мало того, в свои 14 лет он сегодня является таким основательным помощником, практически опекуном своей старшей сестры. Ей, кстати, уже 26 лет. Она самостоятельно может ходить и может обслуживать себя. А еще этот мальчик, Саша, заботливый брат двух младших детей. Оказалось, что воспитание ребенка с ДЦП вырастила в родителях столько любви, что ее хватило еще на двух приемных детишек. Как вы думаете, эти родители, этот мальчик заслуживает ваших аплодисментов? Тогда искупайте его в овациях. Я приглашаю на эту сцену Александра Филонова. Кто такие дети-инвалиды? Дети-инвалиды – ангелы земли. Сколько незаслуженной обиды на себе они перенесли. Сколько раз они лицом в подушку, чтоб не плакать на глазах у всех, говорили ночи, как подружки. Разве то, что есть мы, это грех? Сколько раз их матери украдкой увозили в сторону детей,
чтоб не слышать этот шепот гадкий, злых, недобрых, немощных людей. Немощны они не телом бренным, немощны они душой своей холодной. Не помочь пытались детям бедным, прочь всегда и гнали взглядом злобным. Не грустите, матери, не надо, ваши дети ангелы, не зло. Богом нам они даны в награду, чтобы в мир нести любовь, тепло. Но о тех, кто нас не понимает, пусть Господь простит за волю их. Пусть они услышат, как рыдают мамы у кроваток чад больных. Но не все на свете равнодушны, больше тех, кто хочет нам помочь, открывая душу нам радушно, помогая горе превозмочь. Пусть Господь рукой своей нетленной осенит весь мир крестом, чтоб на всей земле, во всей вселенной мир всегда царил, царил покой. Чтоб ни войн и ни землетрясений, ни цунами страшных никогда. Сбереги, Господь, всех людей отныне и всегда. Громкие-громкие аплодисменты Александру Филонову. Саша, тебе спасибо огромное за этот стих. А перед вами выступает шоу-группа «Диаданс», народный коллектив, руководитель Анна Концур. De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Коллектив, шоу-группа «Диаданс», руководитель Анна Концур.
Когда в семье серьезно болен ребенок, родители оказываются наедине со своей бедой. Их окружают врачи, готовые лечить, но никто не может разделить отчаяние родителей и материальные тяготы. Герои моих сюжетов – три мальчика – Максим, Ростик и Дамир. Веселые, жизнерадостные, но не по годам уже взрослые. Малышам многое пришлось пережить. Максиму Федотову уже 4-й год, но ходить самостоятельно он не может. Врачебная ошибка разделила жизнь молодой семьи Федотовых на до и после. В год Максиму поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич. Молодые родители не отчаиваются. Курсы реабилитации, ежедневные тренировки уже дали свои плоды. Максим пытается самостоятельно сделать первые шаги. Чтобы помочь малышу, необходим новый тренажер для фиксации ног стоимостью 85 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным людям нам удалось собрать более 250 тысяч, а это значит, что мечта Максимки скоро исполнится. Улыбчивый и позитивный Ростик каждый день доказывает, что детский церебральный паралич – это не приговор. Жизнерадостный и очень терпеливый в свои 3,5 года Ростислав уже многое перенес. Сейчас папа с сыном вернулись из Иркутска. Мальчику сделали очередную операцию. Врачи обещают поставить ребенка на ноги. Родители Ростислава обратились к нам за помощью. В течение 2 недель совместно с благотворительным фондом «Выбор» нам удалось собрать почти 90 тысяч рублей. Костюм для Ростика родители уже купили. Каждый день Дамира Джунусова начинается с лечебной гимнастики. Ни одно из прописанных доктором упражнений мальчик самостоятельно выполнить не может. 2,5 месяца ребенку поставили неутешительный диагноз – детский церебральный паралич. С тех пор жизнь Джунусовых – это борьба с недугом. Обследования, уколы, таблетки. Постепенно состояние мальчика стабилизировалось. Но каждое движение Дамиру дается с большим трудом. Чтобы укрепить мышцы рук и ног, Дамиру необходим специальный тренажер-вертикализатор «Дина» стоимостью 100 тысяч рублей. Внести свой вклад и помочь малышу окрепнуть может каждый. Достаточно отправить СМС со словом «Выбор» на короткий номер 3116 и через пробел указать сумму пожертвования. Дамир надеется на вашу помощь. А я хочу сказать, что на самом деле смс-ок было огромное количество. Кроме того, перечислялись деньги на карту. Люди приносили деньги непосредственно родителям, и на самом деле удалось помочь не только этим детям. И все деньги, которые поступят сейчас, в данный момент, я напомню, что мы продолжаем собирать эти средства, будут распределены, если появятся излишки, а мы надеемся, что они обязательно появятся, будут распределены между другими детками. Таких детей, к сожалению, много. Кому-то нужна инвалидная коляска, кому-то нужны дорогостоящие лекарства, кому-то нужно лечение. Работу с фондом «Выбор» проводила в течение всей этой акции моя коллега Наталья Николаева. Ее голос вы только что слышали за кадром. Она очень трепетно относится к этим ребятишкам, к этим семьям. И сейчас я хочу пригласить ее на нашу сцену. Наташ, выходи. Я хочу сказать большое спасибо вам, уважаемые мирницы, за то, что вы откликнулись на помощь, помогли, перечисляли деньги. У нас были такие смс-ки, которые были по 25 рублей, по 3 тысячи. Люди мне звонили и ночью писали о том, что как можно перевести деньги, как можно перечислить. Я им сбрасывала номера карт, у кого не получалось это сделать на смс-портал. Так или иначе, мы собрали все деньги, которых нуждались детки. И Максим, и Кирилюк, и Федотов, они вот-вот пойдут. И наш Ростик Каулин, он уже осваивает свой аэрокомбинезон космонавта и ходит. Буквально сегодня мне мама присылала смс-ки. Кроме того, я хочу сказать, что творить добро на самом деле легко.
и творить добро легко вместе, сообща. На эту сцену я хочу пригласить своих соратниц, с которыми 2 месяца я работала бок о бок. Это девочек из благотворительного фонда «Выбор» Галину Фефер и Елену Владимировну Изутову. Поприветствуем их! На самом деле наши коллеги Елена и Галина проводят огромную работу, незаметную ни для кого. Они проводят праздники для деток, они собирают их вместе, они помогают им адаптироваться в нашей порой достаточно жестокой социальной жизни. И мы благодарны вам за вашу работу. Спасибо большое. Кроме этого, мы хотим также поблагодарить... Вручайте благодарственные письма. Мы хотим также поблагодарить Айрата Насибуллина, который помог нам провести МРТ одной женщине, пожилой женщине, которой необходимо было лечение. Выходите, пожалуйста, к нам на сцену. Супружескую пару, матушку Ольгу и отца Владимира, Ольгу и Владимира Севрюковых, за их каждодневный труд, за их каждодневную помощь. На самом деле, если мы говорим о том, что для нас эта акция проходила в течение 2 месяца, для них эта работа ежедневная. Стесняются, не хотят, видимо, выходить, но знаю, что в зале вижу их даже. Выходите, Машу отправляйте нам за грамотами тогда. Выходите, давайте, искупаем их в овациях. Огромная работа проводится ими каждый день. И также я приглашаю сюда Ларису Давыдову, которая в течение всех этих долгих 2 месяцев помогала необходимые вещи найти, помогала каждый день найти какие-то необходимые обувь, верхнюю одежду, все что угодно, с огромного склада разгребала там и все нам выдавала в целости сохранности. Спасибо, Лариса, вам большое за ваш труд. И я хочу сказать, что если для нас, на самом деле, для медиакомпании «Алмазный край» это какая-то вот, срочная, разовая работа, то для этих людей это каждодневный, ежедневный труд. Поблагодарим их. Спасибо большое. Провожаем вас в зал. А я приглашаю на эту сцену наших добрых друзей, наших партнеров из 26-й школы Body Art Studio «Мгновение». Сечка быстрая разлилась. Речка быстрая через тую речку. Перекладины коляжит, там и шли, и прошли 3 сестры-чуники. Старшая сестра наперед пошла, перекладина обломилась. Старшая сестра утопилась. Шел и проишел я и брате родной. Старшая сестра яму
Виктория – одинокая мама трех девочек. Третья малышка родилась совсем недавно. Женщина обратилась к нам с просьбой помочь сбором детских вещей. На этот призыв откликнулся Александр Борисов. Молодой человек – юрист и председатель общественной организации «Содействие». Помогаем малообеспеченным в выделении вещей, которые нам как бы приносят. То есть мы принимаем вещи и непосредственно отдаем, не проверяем документы. Вот приходит кому нужно, тот и берет. Также оказываем бесплатную юридическую помощь. Для Надежды Чепики, депутата городского совета, благотворительность – дело привычное. Она одной из первых откликнулась на наш призыв. Вместе с сотрудниками телеканала решила помочь многодетной семье, где маму новорожденного малыша сразу после родов направили в Якутск. Папе пришлось остаться на хозяйстве с тремя детьми, временно оставив работу. Через храм передали колясочку для вас. А мы еще от своего клуба желаем вашей супруге за дальнейшего выздоровления, чтобы она быстрее добралась домой. Поэтому мы так немножечко тут собрались денежками. Спасибо большое. У Александра и Анны Сидоровых шестеро детей. Все хорошо учатся и занимаются спортом. Живет семья очень скромно, но не жалуется. И чтобы поддержать их, директор совхоза приехал не с пустыми руками. Руководство УКС, где трудится глава семьи, также не осталось в стороне. Также мы смогли оказать помощь малоимущей многодетной семье Картамышевых. Необходимы были детские вещи, продукты и ноутбук для учебы старшей из шести детей Людмилы. Помочь семье решил один из предпринимателей города Шавкатилла Тургунбаев. Ноутбук для Людмилы мы нашли позже. Подарила его молодой специалист по ТВС Дарья Тинякова. Чтобы хорошо все, вся учеба у вас проходила и все хорошо получалось. Спасибо. В акции нам помогали и молодые специалисты компании «Алроса». Например, Роман Чернецкий и Андрей Переселенцев помогли с доставкой одежды и продуктов семьям. На этом добрые дела не закончились. В канун празднования Дня Победы Шавкатилла Тургунбаев привез подарки для семьи Виктории. Он пообещал и в дальнейшем помогать им. Теперь я знаю, творить добро легко, стоит только захотеть.
Это еще моя одна коллега Мария Урцева, которая в течение этих 2 месяцев сопровождала многодетные семьи, малообеспеченные семьи, семьи, которые в данный момент оказались в какой-то сложной ситуации. Маша также пропустила всю эту информацию через свое доброе сердце. И давайте встретим ее аплодисментами. Мария Урцева. Добрый вечер, дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех, кто пришел на сегодняшний концерт. Подобные акции проходили в нашем городе и раньше, но в таком формате, в телевизионном, они прошли впервые. Я очень рада, что смогла принять участие в ней. И самое главное, познакомиться с людьми, с добрыми сердцами, с нашими благотворителями. Огромное, огромное, преогромное вам спасибо. И мы хотим, конечно, наградить наших замечательных помощников, всех, кого вы сейчас видели на экране. Надежду Чепигу, Шавката Тургунбаева, Романа Чернецкого, Андрея Переселенцева, Александра Борисова, Дарью Тинякову и Ольгу Калинину. Выходите, пожалуйста, к нам. Пусть узнают своих героев лицом. И на самом деле из этого списка некоторых людей мы не видели. Они так старательно скрывались от славы, так скажем, чтобы никто не знал о том, что они помогают и делают это от чистого сердца. Спасибо. Это лишь маленькая толика того, чтобы вы запомнили, что была такая акция. Я думаю, что останется она у вас в памяти надолго, и вы будете такими же добрыми, сердечными и очень сердобольными людьми. Спасибо вам большое. Кого-то немножко не добрали. Громкие аплодисменты, провожаем вас. Давно сильных на
помолимся за родителей, за всех живых и небожителей, и в час, когда станет холода, и в душе свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Ваши аплодисменты нашему импровизированному ансамблю. Выступали перед вами Михаил Добровольский, Андрей Вовченко и Азат Юсупов, а также ансамбль Мирнинского регионального технического колледжа «Молодежь земли Аланхом». Совсем недавно отзвучали звуки победы. Мы чествовали ветеранов войны, и на улицах российских городов вышли огромные колонны бессмертного полка. Наш город начинали строить тоже фронтовики, а продолжили дети войны. Ровесники моих, наверное, ваших родителей многое знали и слышали о войне. Именно они начинали строить этот город и оставили здесь, на севере, свое здоровье. Но так получается, что некоторые из них так и не выехали до сих пор из балков и времянок. Город давно построен, алмазы продаются десятилетиями, а эти люди словно застряли в своем послевоенном детстве. К сожалению, нам не удалось оказать помощь многим пожилым людям, которые сегодня нуждаются в переселении, которые сегодня нуждаются в капитальных ремонтах своих квартир, своих домов. И этот вопрос остается для нас, пока остается открытым. Но мы надеемся найти отклик среди предприятий, среди, может быть, учреждений города, и мы будем продолжать эту работу и сопровождать этих пожилых людей, и мы надеемся, что мы сможем им помочь. И я на эту сцену вновь приглашаю Александру Митину с ее замечательной песней «Кукушка», которая будет откликом к 9 мая. Песен еще не написаны, сколько, скажи мне, кукушка, ты обои.
чем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Чихаю, что с тобой там лукопил тебя, голову ты плечи терпи. Александра Митина! По-моему, даже лучше, чем Гагарина, да? Друзья мои, за время этой акции, конечно, вы видели в основном тех людей, которые работают в кадре. Это ведущие, это дикторы, но очень много моих коллег осталось за кадром. Это и операторы, которые и сейчас находятся на боевом посту. Сейчас же идет трансляция и запись этой программы, этого концерта. Также мои коллеги работают. Это техническая группа, это группа трансляции и эфира, это группа режиссерская. И я хочу, чтобы вы им немножко поаплодировали. На самом деле каждый из них внес посильную лепту. Каждый помогал и расшифровывать какие-то звонки и записи. И на самом деле им огромная благодарность за то, что помогли реализовать эту акцию. Но, конечно, ничего не было бы возможно, если бы нас не поддержало руководство, и в частности наш директор Дмитрий Аркадьевич Харитонов. Ему тоже аплодисменты, я знаю, что он в зале. Ну и огромный пласт работы на своих плечах выносил мой коллега, который сидит со мной вместе в кабинете, Александр Шевшуков. Саш, приглашаю тебя на сцену и передаю тебе микрофон для добрых пожеланий и награждений. Добрый вечер, друзья. Но прежде чем перейти к очередной порции награждений, хочется несколько заглянуть в историю. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо авторам самой акции «Эстафета добра», в рамках которой и возникло такое желание сделать что-то большое, сделать что-то нужное. Ну а зачем еще нужно телевидение и радио, как не помогать людям, как не связывать людей? Но вот когда родилась история, вот эта идея, точнее, когда родилась эта идея о том, что давайте сделаем такую акцию, где каждый может помочь каждому, это... Даже у нас самих было встречено с такой долей скептицизма, и мы думали, ну а кто будет помогать? То есть понятно было, что помощь нужна многим, но а кто способен сегодня взять и бескорыстно помочь? То есть когда у всех, казалось бы, проблем хватает. Но несмотря на это, мы взяли слоган «Творить добро легко», когда он казался там смешным самим нам. И когда 18 марта на выборных участках появились наши листовки, люди могли писать. Когда мы начали их изучать, мы поняли, что действительно сегодня у нас с вами, не только у мирницы, вообще, наверное, у русских людей есть вот это чувство плеча. Поскольку люди предлагали помощь не только деньгами, это было самое распространенное, были варианты абсолютно разные. Например, посидеть кому-то с ребенком. Могу помыть посуду тому, кому это нужно. Могу погулять с детьми. Могу купить продукты. Могу подвезти на работу. Люди предлагали помощь действительно ту, которая им ничего не стоит. Но для кого-то она действительно... Для кого-то эти продукты, для кого-то эта машина, они действительно были очень дороги. И тогда мы действительно поняли, что творить добро легко, этот слоган, он... сегодня одна из реалий нашей жизни. Потому что слишком много сегодня ситуаций, когда помочь больше некому. Когда казалось, что
абсолютно все проходят мимо и всем безразлично. И здесь сегодня у вас может сложиться впечатление, глядя на эти сюжеты, что акция в основном направлена на помощь детям. Это далеко не так, просто детям, наверное, это нужнее всего. У них вся жизнь впереди, и им, как это ни странно, помочь на самом деле легко. Но есть люди, помощь которым не ограничивается материально. И надо сказать, что десятки людей получили эту помощь абсолютно, знаете, так совершенно просто. То есть есть история, когда бабушке просто надо было наколоть дрова, и ребята пришли, просто так накололи, даже бабушку не предупредили, она была в шоке, что накололись дрова. Другой нужно было убрать снег, это тоже прошло как-то мимо. И здесь, друзья, мы хотели бы, наверное, чтобы у нас в Мирнинском районе, даже говорю не в Мирном, в Мирнинском районе, появился некий портал, где действительно те, кто хочет помочь, они находили тех, кому нужна помощь. И нам хочется верить, что сегодня этих людей действительно больше. А как показала практика, более 70 человек у нас было в списке тех, кто в списке нужна помощь. И почти 80 человек, почти 200 человек, да, это я просто еще выполненные смотрел, да, почти 200 человек записались «хочу помочь». Мне кажется, это тоже достойно наших с вами аплодисментов, что сегодня не все потеряно. И среди тех, кто согласился на помощь и помог тем или иным образом, следующие люди. Гульсум Бейсимбаева. Артем Полывянный. Елена Бруй. И Ирина Федорова. А также Сергей Корнилов. Мы приглашаем всех вас на сцену под эти аплодисменты. Всем передадим. Друзья, и еще один момент, о котором хочется сказать, и то, что сегодня многие люди просто не хотят выйти сюда на сцену. Мне кажется, очень часто мы сталкивались с тем, что люди говорят: можно я помогу, но только вы никому об этом не говорите. Не надо меня снимать, не надо меня фотографировать, не надо про меня ничего рассказывать. Я просто хочу помочь. Я вообще даже не скажу, как меня зовут. Вы мне скажите, где живет эта бабушка, я приду и все сделаю. Друзья, мне кажется, нам, я не знаю, что это понятно, это скромность, но мне кажется, мы должны принимать это как данность, что помочь – это не то, что нормально, а это жизненно необходимо, когда ты можешь помочь. Спасибо большое, Александр. Гульсум Акзамовне, большое спасибо. Вчера еще обзванивала тех, кто должен был прийти к нам на концерт, и продолжают поступать такие сообщения, что «Тань, мы помним, мы обещали кому-то там привезти дрова». Помощь продолжается. И сегодня поступило предложение еще от одного коллектива, которые готовы сотрудничать с фондом «Выбор». Еще один молодой человек написал сегодня и сказал, как вот сделать так, чтобы моя прибыль частично поступала в фонд. Я надеюсь, что мы запустили эту акцию для того, чтобы не оставить ее вот сейчас, закончив ее 11 мая. И в том числе хочу, чтобы вы сейчас подумали о том, какую работу для вас специально в этот день проводили музыканты, вокалисты. Дело в том, что все, что звучит сегодня на сцене, подготавливалось специально к этому дню, специально к этому концерту. Мы не стали осознанно, не стали привязываться к тематике концерта, иначе я думаю, что все бы взяли какие-то очень грустные, очень такие трогательные песни. Мы решили поступить следующим образом. Мы решили дать максимум живого звука и максимум красивой музыки. Как видите, я переоблачилась из торжественного наряда в такой более свободный, а это значит, что сейчас мы дадим классной музыки. И сегодня для вас будет играть группа «Интер», которая впервые выступает в качестве, ну, такого настоящего аккомпанирующего ансамбля. И вы увидите номера, которые ребята готовили в течение 2 месяцев. Искупайте их, пожалуйста, в овации. Итак, Алексей Михеев, музыкальный руководитель. Алексей, покажись. Да. Артем Ващенко, ударные.
Дай звуку нам. Владимир Иванов, бас-гитара. Сергей Ан, гитара. Помаши рукой. Вот он и за кулис вам ваш машет. Владимир Бухалов, саксофон. Ну, готовьтесь, это будет настоящая классная музыка. И я приглашаю на эту сцену нашего первого исполнителя, Михаила Добровольского. Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю я, что вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Но когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Ваши аплодисменты Михаилу Добровольскому. А следующую исполнительницу я хочу представить с особым трепетом. На самом деле, здесь на сцене складываются целые семейные династии. И эту юную исполнительницу уже хорошо знают в нашем городе. И вполне заслуженно, я думаю, она может получить ваши овации. Итак, встречайте, Влада Михеева! Thank you.
еще выйдешь на эту сцену и зажжешь зал. Друзья мои, следующую песню с особым удовольствием хочу представить и следующего артиста, потому что он относится к разряду тех, которому пишешь в WhatsApp или звонишь и говоришь: «А ты можешь спеть вот это?» Он говорит: «Могу, а это? Могу, а это? И это могу». Итак, встречайте, Андрей Вовченко! Видишь, это солнце ярко светит для тебя. Только для тебя. Может быть, оно тебе ответит, где она, любовь твоя. Видеть я хочу тебя всегда, не преграда, горе и беда. Нет покоя душе моей. Слышу голос твой в щемящем сердце. Птица бьется в клетке дверца, заперта за ней. И снова в пропасть вечности опять лечу. И знаю точно от судьбы, чего хочу. И нет мне жизни наяву. Во сне и без тебя не зацвести моей весне. Обниму тебя и успокою. В глубине души ты уснешь моей. Белыми туманами укрою. Упадем пьянящий аромат полей. Прорастем в земле одной травой, неразлучны будем мы с тобой. И развеем прах ненастных дней. Мы в полете словно два крыла, жизни две в одну слила. Страсть пылающих огней. Не променяю ни на что любовь свою. Пусть суждено быть в преисподне или в раю. Никто тебя не вырвет из моей груди. След расставаний мы оставим позади. На-на-на-на, на-на-на-на. Не променяю ни на что любовь свою. Расставаний мы оставим позади. След расставаний мы оставим позади. Андрей Вовченко, вы его еще сегодня обязательно увидите. Ну, на самом деле, нас побаловал в этом году май, да, ну, недолго. Сейчас зима, но все-таки уже чувствуется приближение весны. И для кого-то это приятный такой момент, а для кого-то это сплошное сумасшествие. Как и для нашего следующего артиста Азата Джусупова.
Песня «Паранойя». Похоже, ты одичал, а ветер в угол стучал, ночью песни кричал о любви. Тебя волнует луна, танцует море волна, просто это весна, посмотри, дарит небо. Ультрамарин жарит тело, адреналин, вот она пришла весна. Как паранойя, грудь лопал, любви запал. Вот она пришла весна, как паранойя, прозвучал весны сигнал, все воды паранойя, о-о-о, паранойя, паранойя. Снова трели скворца, снова стрелы в сердца, прочь обиды с лица, не грусти! Звенит последний звонок, любовь зовет на урок, записка несколько строк, раз, два, три, дарит небо. Ультрамарин жарит тело, адреналин, вот она пришла весна, как паранойя, грудь попал, любви запал. Вот она пришла весна, как паранойя, прозвучал весны сигнал, все воды паранойя, паранойя, паранойя. Дарит небо, ультрамарин жарит тело, адреналин, вот она пришла весна, как паранойя, грудь лопал, любви запал, будет взрыв, вот она пришла весна, как паранойя, прозвучал весны сигнал, все воды, вот она пришла весна, как паранойя. Грудь попал, любви запал, будет жив. Вот она пришла весна, как паранойя, прозвучал весны сигнал, все в отрыв. Вот она пришла весна, вот она, паранойя. Вот она пришла весна, как паранойя, прозвучал весны сигнал, все в отрыв, паранойя. О-о, паранойя, о-о, паранойя. Паранойя. У-ху! В грудь попал, любви запал назад. Я думаю, что не только мне. И сейчас мы немножечко так снижаем темп, ритм после такого драйва и будем чуть медленнее. На сцену приглашается Алина Бухалова с песней «Медленно». Она капризничает, ждет, чтоб вы громче хлопали, громче, громче. До конца
Ты красиво считаешь до ста, обнимаешь его, как всегда. Только боль невозможно унять, и опять медленно, медленно дрожь по твоим. Остался, кто просто ушел, без обид, но сжимая в тиски свою боль до конца. Все красиво считаешь до ста, так обманчиво, так холодна. В эту ночь ты опять не одна. Алина Бухалова немедленно требует ваших аплодисментов. Пожарче, пожарче, погорячее! Следующую композицию как раз-таки мы создавали таким образом, как я говорила раньше, но только я позвонила на этот раз Азату и спросила, а эту можешь? Он сказал, легко. И сейчас легко для вас исполнит. Я не буду говорить, что. Смотрите сами. Дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты по.
что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Я для тебя не богат, не знаменит и не престижен. Но все равно не смешно, и на тебя я не обижен. Пускай сегодня я не то, и пусть летят тебе, что я не то. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. А также поддержку ему выходили на эту сцену Евгений Артемов и Любовь Лавринова. Выходите, ребята, на эту сцену. Первый состав шоу-группы «Диаданс», если что. Любочка, где? На поклон, выйди, выйди, пусть искупают тебя в овациях. А теперь песня, которую я раньше хотела презентовать, немножечко не туда посмотрев. Это будет классный сюрприз, и я думаю, что вы надолго запомните этот номер. Андрей Вовченко и театр «Модель» Ваколесова. Probable outcome, the numbers lead the dance.
I told you a soldier, and all that they clubs, weapons of war. I know that diamonds mean money for desire. That's not the shape of my heart. If you play the jack of diamonds, if you lay the queen of spades, you make it see a king in his hand. While the memory of it fades, I know that these spades are the soldier, the soldier. I know that the gloves weapons of war. I know that diamonds make money for the sun. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Андрей Вовченко, мирнинский Стинг, который своим голосом может вызвать любых прекрасных дев. Ну, а следующая песня касается, наверное, любого публичного человека, про которого распускают слухи зря. Алина Бухалова, «Так же, как все». На-н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 а-
точно так же я под вечер устаю и грущу, и реву иногда. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу. И у судьбы, как все, счастья себе прошу. Порой колотит и трясет, но ответ известно, средство не одно. Горький час, когда смертельно не везет, говорю, что везет все равно. Я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, счастья себе прошу. Ващенко Артем ударные, Иванов Владимир бас-гитара. Ну уже не из-за кулис, помашите, помашите людям, Владимир. Ан Сергей, Бухалов Владимир и Бухалова Алина, художественный руководитель и солистка. На этом наш концерт не заканчивается, для вас еще один сюрприз. Встречайте, Светлана Сарина и народный коллектив шоу-группа «Диаданс». Your head.
Царина и шоу-группа «Диаданс», руководитель Анна Концур. Такими песнями и такими танцами вызываем поскорее к нам весну и уже летом. Дорогие друзья, я хочу сейчас на эту сцену пригласить всех участников нашего сегодняшнего концерта, завершения нашей благотворительной акции. Мы хотим подарить вам еще один сюрприз. Для этого мне нужно, чтобы все вышли на сцену. Хор детской школы искусств Александра Митина, Андрей Вовченко, Алина Бухалова, Михаил Добровольский, Светлана Сарина, Азат Джусупов, извините. Кто еще у нас есть за кулисами? Шоу-группа «Диаданс», девчонки, выходите к нам. Евгений Артемов. Друзья мои, мы готовили эту песню к сольному концерту Ильфата Галиудинова, но уже тогда знали, что нам предстоит этот большой благотворительный концерт. Поэтому наш друг, наш замечательный товарищ Ильфат Галиудинов из Питера записал нам приветствие и будет исполнять эту песню, маленький кусочек, небольшой, в финале вместе с нами. А для того, чтобы мы поняли, что ваши сердца в этой акции были с нами, зажгите свои фонарики на телефонах и дайте нам обратную связь. Стартуем! Здравствуйте, дорогие мирницы! Меня зовут Ильфат Галиудинов. Не так давно прошел мой сольный концерт в городе Мирном, за что хочу сказать огромное спасибо всем организаторам, всем участникам, а также зрителям, которые пришли и поддержали меня в этот волнительный день. Когда мы создавали этот концерт, нам с ребятами пришла идея сделать совместную песню. Мы уже тогда знали, что эта песня прозвучит не только в финале моего концерта, но и в благотворительном концерте, который будет проводиться под акцией «Благо творю». К сожалению, сегодня не могу присутствовать на концерте, но я всей душой и всем сердцем с вами. С горячим приветом из Санкт-Петербурга. Всем добра, всем мира. Ильфат Галиудинов. Жить.
простить врагу. Так не перейти черту, как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди, надеяться и верить. Прошлый день уже за то, что пришли в этот вечер к нам. Мы надеемся, что вы и дальше будете с нами. Медиакомпания «Алмазный край» и замечательная творческая группа, которая помогла нам провести этот концерт, а также вы, наши дорогие зрители, благодарим вас. Низкий вам поклон. Благо, творю, добро делать вместе легко!